Доброго времени суток, друзья, с вами Валерий Хаус, и в преддверии выхода ужасного и атмосферного хоррора The Evil Within я решил пройти первую часть этой игры. На русский игра переводится как «Зло внутри» или «Внутреннее зло», как-то так примерно. Игра в жанре survival horror и с элементами шутера от третьего лица. Разработана компанией Tango Gameworks под руководством Синдзи Миками, создателя легендарного Resident Evil. Но сюжетной связи с Resident эта игра не имеет. Но все же включает в себя ряд схожих тем, образов и элементов геймплея. Вот. Трейлер на вторую часть вы можете посмотреть под видео, будет ссылочка на моем канале. Дата выхода второй части 13 октября 2017 года. Вот. Играл я в эту игру, когда она только вышла, на пиратке. А сейчас как бы решил купить в Стиме ее. Также сделал предзаказ второй части, так что в октябре ждите прохождения, будут. Вот. Ну, так как я давно в нее играл, я мало что помню, играл я всего один раз. Так, новая игра. Яркость я оставлю 100%, чтобы вам было видно. Так, уровень сложности выбираем выживание, так как пока открыт только один. То есть два. Это легкий, как бы стандартная сложность выживания. И как бы я читал, ну и слышал то, что когда игру пройдешь, открывается еще максимальный уровень сложности. Ну, может, когда-нибудь запишу прохождение и на максималке. Итак, стандартная сложность. Бросьте вызов своим страхам, преодолейте их. Ну что, давайте бросим вызов. Поехали. Всем машинам, 1199, срочный вызов, код 3. Психиатрическая больница «Маяк». Это 184-й, вас понял, код 3, буду через 3 минуты. Вас понял, 184-й. Итак, детективы, я знаю, что вы только что были на деле, но боюсь, что нам придется сделать крюк. Что-то серьезное? Бунт? Вызов пришел незадолго до того, как я вас подобрал, сказали много убитых. Там уже полдесятка машин. Может, это призрак того врача, который спятил и порубил всех пациентов? Там произошло совсем другое. Пациенты пропали. Какой-то скандал? Но все равно, жуткое дело, верно? Джозеф, по-твоему, тут есть связь? Возможно. По-моему, материалы этого дела засекречены. Всем машинам у больницы ответьте. Диспетчер, это детектив Кастелланос, машина 184. Что происходит? Прием. 184, там какая-то проблема. В больнице «Маяк». Есть ли... Черт, о боже! Младший детектив Кидман, соображения есть? Пока нет. Думаю, мы все узнаем, как только прибудем на место. Что скажешь? Коннелли, свяжись с диспетчерской и сообщи им, что тут творится. Джозеф Кидман, за мной. Пойдем осмотримся. Пойдем. Итак,
Итак, первый эпизод, экстренный вызов. Нам передают управление героем. Вот. Психиатрическая больница такая. В готическом стиле. Сделано устрашающе так. Оружия в машинах нет. Да, странно, да? Хочу заметить, в первом Резиденте особняк, в котором мы играли, был похож на это здание. Ни крови, ни стрелянных гильз. Вот. Я думаю, разработчики сделали отсылочку к своей серии. Что, давайте войдем. Пахнет кровью. Будь начеко. Мы пойдем посмотрим, что там, а ты сторожи эту дверь. Может, я с вами? Мы не знаем, что нас ждет там. Нельзя идти все вместе. Да, жесть, короче. Что здесь произошло-то? Просто мясо. Ты что-нибудь слышал? Да, я что-то слышал. Даже кустики испортили. Здесь кто-то живой. Столько крови. Давайте посмотрим, кто там выживший. Вы ранены? Что здесь произошло? Не может быть. Невозможно. Рувик. Я о нем позабочусь. Надо проверить камеры наблюдения. Я тебя понял, напарник. Надо проверить камеры видеонаблюдения. Давайте посмотрим. Что за черт? Что? Начало такое. И вот заиграла музычка. Похоже на Бетховена. Скорее всего, да, Бетховен, наверное, и есть. И мы привязаны кверх ногами. О, боже. Что за тварь? Так, мы можем только осмотреться. О, чувак. Я надеюсь, это не мой напарник там. Да ладно, он пол человека отрезал. Так, нажмите пробел несколько раз. Мы раскачиваемся. Надо добраться до ножек. Давай, давай, ты сможешь. Пушки нету. Это печально.
Офигеть. Так, краса. Краса С. Что за звук? Так, дверь. Заперто, черт. Закрыто. Значит, нам сюда. Так, он возвращается. Там что-то блестит, похоже на ключи. Боже, там кишки висят. Да, для полной атмосферы я играю в наушниках и при выключенном свете. Так, давайте, пока он ушел, возьмем ключи. Связка ключей. Эта связка ключей была найдена в подвале психиатрической больницы. Ей пользовались до того, как больницы установили современную систему безопасности. Так, давайте назад. Я так понимаю, эти ключи от той двери, которая была закрыта. Давайте уйдем, пока этот не вернулся. Отлично, открываем дверь. Потихоньку сваливаем отсюда. Скрипеть-то зачем? Также вам советую тоже надеть наушники. Выключить свет. Так, контрольная точка. Отлично. Если вы сами проходите игру, либо смотрите видео, чтобы погрузиться в атмосферу. Так, а где наш друг-то? Да ладно. Черт. А, жесть. Давай, беги, беги. Давай, 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 давай. Ускорься. Ребята, это жесть. Так, 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 не надо, не надо. Начало, конечно, офигенное. Фу. Да-да, я с тобой полностью согласен. Попали в какой-то чан с кровью, с отходами, какими-то трупами. Фу. Я бы уже обрыгался тут. В самом начале игры нас уже ранили, так причем мощно. Видно, запилой так по ноге. Так, в подвале. Понимаю, подвал психиатрической больницы этой. Что за звук? Так можно и заражение получить с открытой раны-то по такой грязи. Ну, что делать-то? Жить хочется. Так, там кто-то сидит. Давайте в дверь зайдем. Фу, тараканы.
Так, здесь у нас, похоже, ничего нет. Вон даже кровь от нас капает, нифига себе. Что-то. Где выход? Блин, чувак, я тоже задаюсь этим вопросом. Старая записка из канализации. За запертыми воротами в дальнем конце канализации находится лестница, по которой можно подняться в старое крыло. Если сможешь пробраться туда, найдешь лифт, который вывезет тебя наружу. Ты сможешь бежать и, возможно, выжить. R или P. Инициалы. Так, это у нас мертвец. Решетка. Заперто. Здесь, похоже, тоже. Аж на два замка прям. Остается лестница. Давай, давай. Так, нам нужно найти лифт, чтобы выбраться отсюда. Вижу документики. Давайте почитаем. Записка из бойлерной. 13 часов. Проверка системы STEM начинается. 13.15. Результат положительный. Синхронизация мозговых волн подтверждена. Потери минимальны. Продолжаю эксперимент. Агент собирает данные. 13.30. Возникла аномалия. Не с подопытными. Стенографистка сказала, что ей нехорошо и по неизвестной причине впала в кому. Врач приказывает отключить систему STEM. 13.45. Персонал жалуется на тошноту. Люди один за другим падают в обморок. Те, кто еще может передвигаться, хотят бежать из больницы, но почему-то не могут. Система STEM должны были отключить, однако мозговые волны подопытных все еще синхронизированы с сервером. 2 часа, 14.00. Он появился, тот человек. Что за человек? Кто появился? Где же лифт? Так, он тут уже больше похож на больницу. Лампа похожа на шлем. Такая, как у рыцарей были. Да ладно. Ё-ма-мама. Так, спрятаться. Никак я не ожидал здесь тебя увидеть. Как-то спокойно у героя сердце бьется. У меня бы оно уже там колотилось, не знаю. Я бы уже обделался тут. По запаху бы меня нашли уже. Что ж я тебе такого сделал-то? Давай, уходи. Вот, контрольная точка. Похоже, это знак того, что он свалил. Так, он свалил, он недалеко. Да ну нафиг, он ко мне идет, что ли? Так, я тебя не вижу.
Так, отошел бы ты куда-нибудь, а? Я бы за те коробки спрятался. Правильно, правильно, давай, давай. Ну что ты? Блин, пошел в ту сторону, куда я хотел убежать. Нормально вообще. Что ты долго будешь тут ходить-то? Дай мне хоть какой-нибудь момент. Давай, давай, давай. Отлично. Так, подобрать. Отлично, взяли бутылку. Я так понимаю, надо бутылкой-то отвлечь этого верзилу. Сейчас он отойдет куда-нибудь в сторону. Молодец. Давайте-ка туда. Воу-воу-воу. Отлично. Валим, валим, пока он там психует. Так, давайте так. Так будет побыстрее. Здорово, походу у нас получилось. Фу. Так. Здесь у нас ничего, да? Ладно, не будем терять время. Да ладно, блин. А, черт. Давай, давай, беги, беги. Это, конечно, жесть, блин. Ну что-то еще и упал. Давай, давай, чуть-чуть осталось, давай. Да, ребята, это круто. Еще и сигарета закончилась. Вот мы прибыли. Что у нас уже? Нога зажила и зашита. Джинса зашита. Это волшебный лифт. Да ладно. Чуточку дернулся даже. Так, 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 валим, валим отсюда. Вернулись на начало, получается. Давайте выйдем из здания, нафиг, если можно.
Детектив! Залезай, залезай! Эй, а где Джозеф? Извини, он так и не вышел. Я подождал, но... Лесли, успокойся. Лесли, успокойся. Лесли, успокойся. Лесли, успокойся. Черт. Назад пути нет. Черт. Жестко, конечно, весь город разнесли. Проклятие. Мы что, отрезаны от остальных? Наверное, все остальные погибли. У вас там все в порядке? Пара синяков, а так все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо будет, когда мы отсюда выберемся. Еще немного и будет все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Падаем. Падаем. Берегись. Падаем, падаем, падаем. С такой высоты шлепнуться, я думаю, никто не выживет. Итак, друзья, первый эпизод пройден. И я, наверное, на этом заканчиваю. Следующий эпизод начнем в следующей серии. С новыми силами. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я всех благодарю, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.